Приветствую вас, мои подписчицы. Рада снова, что вы смотрите мое видео. Сегодняшний небольшой ролик я хочу поделиться или, может быть, как-то так напомнить тем девушкам или женщинам, которые уже все-таки знают мои видео, видели мои массажи. Еще раз хочу напомнить о том движении в этом массаже, которое затрагивает именно вот эту вот зону. И она реально действительно очень-очень эффективна. Значит, уже у меня здесь массажный крем в пиалке есть. И руки жирные, как всегда. Вы можете пользоваться, если нет массажного профессионального крема, пожалуйста, масло зародыша пшеницы, виноградные косточки, масло миндаля. Все эти масла, я уже об этом не раз говорила в своих видео, являются косметическими, прекрасно работают для того, чтобы вы делали массаж лица или же массаж тела. Ну, короче, начинаем. Значит, ставлю вот так вот два пальчика с одной и с другой стороны. И вот так вот аккуратно провожу по вот этой вот зоне под глазами. И вот этими пальцами, вот этими, аккуратно нажимаю в уголка глаз вот таким образом. Лимфу, которая вот у нас здесь начинает копиться, одутловатость наша, так называемая, придает тяжесть нашим векам. Мы ее стараемся отсюда убрать. Вот до зоны виска и спускаемся вниз. Значит, еще раз ставлю вот область виска, пальчики свои, вот таким образом аккуратненько вверх, разворачиваю, чуть-чуть нажимаю и вот таким образом эту лимфу всю веду опять-таки в область виска. И спускаемся вниз. Еще раз. Что это дает? Еще раз повторюсь. Удаляет лимфу. Убирает отечность с верхнего века. И тем самым приподнимает брови наши. Вот когда вы будете это делать постоянно, вы увидите, что вроде бы как само собой, ваши бровки начинают подниматься вверх. Еще раз. Вот такое вот движение, опять же, оно взяты из массажа Танака Юкука. Хочу поделиться своими ощущениями, что вот, допустим, на моем лице это реально работает, потому что я уже давно заметила, что у меня брови стали вроде бы как гораздо выше, и вот, не знаю, если вы можете оценить, нет вот таких, знаете, вот тяжелых верхних век, которые, к сожалению, особенно в нашем возрасте, уже имеют место быть. И еще раз покажу для запоминания. Значит, ставим два пальчика. Здесь у нас точки такие. Вот так вот проводим. Ну, вот такое небольшое движение, которая реально работает, уже проверена. Поэтому я вам рекомендую, пожалуйста, делайте его, не забывайте о нем. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Рада была вас видеть на канале. Всего вам хорошего. До свидания.